Мы вернулись, ребята, и хотим очень извиниться про последнее видео с нашей котяточкой, что мы так пропали. У нас вот тут возникли некоторые, проблемы. Так сказать, технические проблемы с планшетиком. Но все в порядке, мы вернулись и сразу решили снять продолжение, чтобы рассказать, что случилось. Что такое? Тубзик. Да. И чтобы рассказать, что случилось, и вот, ну, как бы... Извиниться. И вот так. Продолжаем. Смотри, да, она. Читай, читай, хорошая девочка. Она сидит на тубзике и читает. О, малышка, ну ты даешь. Вот так. Просто нажми так. Оп. Отлично, молодец. Тигреночек наш. Она хочет чуть-чуть поспать, по-моему, уже. Она устала с нами играть. Сделать. Давай. Сделаем пижамки тут. О, как красиво, смотри. Платьюшко-пижамка. Платьюшко-пижамка. Сделаем платьюшко-пижамку. Выбирай цвет. Давай радужный. Нет, давай какой-то красивый. Ну, давай. Yeah. А что тут внизу можно регулировать? А, ясно. Bigger than smallest. Побольше и поменьше, да. Давай-ка маечку. С этим цветом будет маечка. Хорошо. А юбочка с другим. Хорошо. Осторожно, только не заедь в юбочку. Знаешь? Эй. Так, аккуратненько, молодец. Можно очень сделать. Хорошо. Ну куда ты заехала уже в юбку? Так можно. Да, ну ладно. Так где красиво. Говорила. И юбка какого цвета? Давай-ка розового. Хорошо. Никак. Ну ты заехала. Надо там, конечно. Поменьше. Во. Так, нужно было поменьше. Ну да. Взять. Так было бы лучше. Угу. Не просто, ой, не еще. Да, не надо спешить, а то получится беда. Ой. Отлично. Докрашиваем юбку. Да, так, оранжевый цвет. Ай! Ничего страшного. Так много. Ой, я придумала, давай вот такие сделаем тут. Поправили. Да, поправили. Вот, отлично. Теперь надо вот трусики. Да. Давай трусики сделаем. Давай зеленые. Давай голубые. Хорошо. Будет так красиво. У-у-у. Всякого цвета. Да. Разных цветов. Классно. Какая же хорошая пижамка получилась у нас. Да. Переключаем дальше. Да, дальше. Мы сделаем. Да. Я знаю. Давай поставим тут. Добавим. Бабочку. Это пчелочка, по-моему. Не бабочка. Ну, ладно. Ладно. Не вот вопрос. Так красиво, да? Да. Пуговки? Да. Тут. Хорошо. Еще одну. Хорошо. Тут две пуговки. Отлично. Чтобы снять и одеть. Очень красиво. Смотри, она надела сразу. Да. О, как красиво. Красоточка. Ну что, у нас такая... Шапочку давай будем? Взять шапочку. Угу. О, надо порезать, давай. А не только там листов ее... Раскрашивать, да. Раскрашивать. Тут шить надо еще. Ого. А я не умею еще шить. Да, ну вот, видишь, научишься. Да. И мы красота. Когда-то будем шить носки. О, смотри, какая получилась у нас. Да. Давай радужную. Сейчас попробуем. Ну, давай. Ну, давай. Вау. Классно. Везде вот так, везде. Ну, какая радуга у нас. Шапочка. Радужная шапочка. Давай дальше. Дальше. О. Давай. Можно добавить. Звездочку. Звездочку добавим. Хорошо. О! О! Ага! Вот как ясно. Оставляем так, да? Звездочки.
Ёжечки, красотичка. О, бомбончик. Давай. Ой, как красиво. Ой, как красиво. Смотри, она совсем сонная. Нет, да, она поступит. Не, вот. Тут красная иконка, что она совсем сонная. И проходим в спальню. Аво. К малышке в спальню. Укладываем малышку. Какую мы добавим игрушечку ей? Ой, вот. Какой чудик какой-то. Да. Что это было такое? Надо закрыть занавески. Все. Темнота, чтобы было, чтобы малыш мог спать. Ну вот, спокойной ночи. Да. Смотри, они считают овечки, чтобы заснуть. О! О, классная игра. Это классно, мне нравится в этой игре то, что предлагают делать что-то, пока твой подопечный питомец отдыхает. И не надо... Знаешь, как в Томе, да? Если Том пошел спать, то ты ничего уже не сделаешь особо много. А тут, смотри, еще можно поиграть, пока... Малыш спит. Это интересно, это мне нравится. Да. Это хорошо придумано. А, тут время идет. И смотри, да, мы помогаем ей выспаться. Ой, смотри. Уже. Я что-то... Не на... А эти не надо брать, да? Ой. Ой, что-то я прыгнула на них. Неудачно. Надо повыше прыгать, наверное. Все равно я на него прыгнула. О, отлично, сейчас выиграем. Сейчас Лили выспится. Смотри, у нее полный уже сон. Такие баранчики. Да. Это папа баранчики. Папа баранчики? Да. А это мама барашки маленькие. Барашечки, да. 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 Классно. Надо. Прикольная игра. Все, Лили выспалась. Ну, вот так, Лили выспалась. Куда мы пойдем дальше? А тут нет больше. Все, да? Давай. Куда мы еще пойдем? О, смотри, можно сфоткаться. Мы там не были. Давай. Нет, нет. Давай. Угу. Попробуем. Нет. Нет. Ой, усики. Усики. Ух ты. Что это за? А, тут все остается, видишь, надо убирать. Ясно. О, очки, смотри. Ох ты. Давай такие красивенькие. Эти надо покупать. У нас денежка есть, да, можем. Да, у нас очень много. Так, покупаем. Много. Так, уберем черные очки. О, красота. Можно фоткать. Во. Платить. Можем фоткать. Вперед, да? Вот. А, вот. Красота. Классная котяточка. А тут зайдем. Да. Смотри, пузлы есть. Колоринг. Будем красить, да? Так как? Как там было? Как это называется? Что, красить? Нет, как... Это тигренок. А как тигры выглядели? Тигры выглядели оранжевыми. Оранжевыми? Наверное. Да. Но это не выглядит как-то тигром.
больше как... Что? Пантера какая-то. Нет, я не знаю. Такие пятнистые. Тигры полосатые. О, хорошо. Ох, какая девочка. Носик розовый. Глазки какие будут. Цветочек фиолетовый. Глазки синие. Давай сделаем. Давай. О, красота. Красотища. Так гитару надо покрасить. О. Вот так. О. Джинсы какие? Давай джинсы сделаем. Ну, выбирай, выбирай. Зеленый. Хорошо. Карманчик тоже. Кофточка какая будет? Давай. Классно. Хорошо. Самое красное. Волосы какими будут? Нет, там не надо красное. Там надо как шкурка такое. Вот так. Волосы какого цвета будут? Давай браун. Давай. Как у меня? Так ты поменяй цвет же. Так я не сняла. Не дожала, наверное, как-то. Вот и тут прядь еще. О, прядь будет розовой. О! Классно. Вау. Отлично. Дальше. Какая красота. Она была тут. О. Почему тут? О, не, больше не будем красить. Нет. Нам хватит. Посмотрим другие игры, какие тут были. Смотри, Memory Card и пазл. Пазл, давай. Пазлчик. Проверим пазл. Я думаю, что это идет. Там же все показано уже. Ты не знаешь? Вот угловая карточка. Да. Там внизу где-то. Да. Но это не угловая. Это? Да. Угу. Да, бачок. Угловая. Угу. Молодец. Угловая, да. Угу. Кристосный. Да, угловая. Да. И последняя. Отлично. Какая красота. Забираем монетку. И попробуем еще, какая там игра была. Давай, карточки. Карточки памяти. Фифи. Фифи и... Лили. Лили и Лили. Фифи и Фифи. Фифи, Фифи. Да. О, подарок. Фифи, классно. Это как фифти-фифти. Классно, Кики открыли. Фифи, это как фифти-фифти. Так, открываем тут и тут. Нет. Открываем тут и тут. Ага. Ай, не туда. Вот так. Как ты еще делаешь? Сейчас твоя очередь. А, смотри, мы целые три открыли карточки. Теперь ты. Твоя очередь. Ничего, не спеши. Запоминай, где карточки. Ты зачем два раза открываешь одно и то же? Открывай дальше уже. Мы же помним, что там осталось. Что тут было? Кики. Зачем ты опять Кики открываешь? Нет, там не было Кики. Там Коко. Там же Лили. Где тут? Нет. Так открывай, что ты не открывала. Смотри. Во. Фифи. Фифи. Коко. У нас где было? Тут Коко. Коко. Да. Тут кто? Кара. Кара и у нас еще не было. Лили где была? Тут, по-моему. Да, тут. И тут. И тут. Отлично. Открывай тут. Пу. Тут. Пу. Пуп. И Кара. Кара это, класс. Это мама Лили. Да? Да. Ясно. Мне понравилась эта игра. Да. И запоминалка. Я люблю такие. О, будет еще подарочек нам. Что добавить в коллекцию, да? Отлично. Вы на этот раз намерена сели? Все я люблю всякие сели.
когда... Осьминожек. Да. Ложи в коллекцию. Зеленый, розовый. Да. Типа, а вот, показывает. А, классно. Давай не будем пытаться. Так, ну вы вроде все посмотрели. Да. Но мы обязательно вернемся с этой игрой на третье видео. Спасибо, ребята, что смотрели. Ставьте лайки. Всем пока-пока. Подписывайтесь. Да, всем пока. Пока-пока. До новых встреч. Пока-пока.